Всем привет, солнечной Майорки! С вами Дина Брайант, стилист, велосипедист и арт-гид на острове. И сегодня мы с вами будем говорить о самом красивом замке на острове. Я буду признательна, если вы маякнете, все ли слышно, все ли видно, прежде чем мы начнем, потому что комментарии я отключу и подготовила для вас огромное количество красоты. Все слышно, все видно, тогда можно начинать. Я благодарю вас за внимание и напоминаю, что сегодня мы продолжаем серию, которую я начала в начале ноября. Спасибо, Юля, спасибо, что присоединились. Серия про замки. Мне кажется, что крайне важно увидеть и мне, и показать, что Майорка — это не только пляжи лазурные, не только голубое небо, но еще и огромный пласт истории от доисторических времен, от времен до рождения Христа, до римлян и так далее. Арабы, христиане — все оставляли след на острове. Об этом мы и говорим. Каждое воскресенье мы путешествуем онлайн по разным замкам. Все эфиры сохранены, и вы их увидите, они оформлены в одинаковом стиле. Розовая обложка моими рисунками. И сегодня нас ждет замок Бель-Вэр. На следующей неделе у нас тоже заключительный эфир ноября. Если вам понравится и будет хороший окончательный фидбэк, то мы продолжим. Но на декабрь я подготовила еще программу. Я думаю, что каждый день буду рассказывать о какой-то красоте и сделаем с вами адвент-календарь, так называемый, когда каждый день будет сюрприз и что-то буду рассказывать о разной теме, связанной с Рождеством. Итак, отключаю комментарии, всем все слышно, видно. Пишите свои вопросы, в конце я к ним вернусь и с радостью на них отвечу. Благодарю за внимание, отключаю комментарии. Ваши сердечки я вижу, так что буду благодарна, если вы будете внимательны, поддерживать. Итак, сегодня мы с вами путешествуем в замок под названием Бель-Вэр. Что же такое Бель-Вэр? Бель – прекрасный, Вэр – это вид. И действительно, вид у этого замка прекрасный, как у самого замка, так и из замка, так и внутри замка, все в нем прекрасно. Это единственное круглое сооружение замковое в Испании. Вы видите, насколько он выверен, да, насколько правильной формы он. Вы видите вот здесь вот на видео, как он смотрится в огромном лесу, тоже Бель-Вэр, Бель-Вэрском лесу, в красивом лесу. Расположен этот замок на высоте 113 метров над уровнем моря, всего 3 километра от главного города в Балиарских островах, Пальма или Пальма де Майорка. Всего 3 километра, но сейчас кажется, что буквально это пригород Пальмы. А на самом деле мы с вами сегодня посмотрим, как этот замок строился, кем строился, какие есть легенды, узнаем, познакомимся с королями, которые жили в этом замке, познакомимся с ведьмами, которые, может быть, до сих пор живут в этом замке, познакомимся со знаменитыми заключенными, которые прожили не один, не два, а некоторые даже 7 лет в этом замке. И узнаем, как эта территория развивалась и зачем в этот замок, и когда лучше идти, если вы окажетесь, а я надеюсь, что вы окажетесь на Майорке, когда границы откроются. Пока вы смотрите на эти прекрасные виды, это видео взято из программы, которая называется «Балеары с высоты птичьего полета». Если кому-то интересно, я могу прислать ссылку на эти программы. Удивительные, вдохновенные виды всего острова. Я бы хотела вам сказать, что этот замок, он до сих пор является
не просто, ну, культурным наследием, да, но еще и, как все на Майорке, таким, таким центром спортивным, потому что Майорка — это и культура, и пляжи, и спорт. И вот только вчера, например, в этом замке, так как все-таки 113 метров это приличная высота, небольшой серпантин идет к этому замку, там прошла, или туда, к этому замку, поднялась беговая какая-то эстафета. И, в общем-то, регулярно этот замок и этот холм, и этот лес с этими тропинками используется для спортивных, ну, в частности, беговых мероприятий. Но я на Майорке достаточно новый человек, всего 2 года. Мой главный гид — это мой муж, который является велосипедистом. И вы вот сегодня видели, что мы были на гонке в южной части Пальмы, в южной части острова. И он, например, первый раз познакомился с этим замком и со всей этой территорией, где расположен замок, когда участвовал в велосипедной гонке. И это, в общем, стандартная практика, когда вот такие вот объекты культурного наследия, да, а это один из тех, тех архитектурных, одно из сооружений, которыми гордятся Балиарские острова и Испания в целом, они используются для крупных спортивных мероприятий в том числе. Поэтому, если вы занимаетесь бегом, триатлоном, велосипедным спортом, то, мне кажется, имеет смысл в том числе смотреть на какие-то мероприятия, которые либо внутри себя проходят, внутри, включая, да, вот какие-то такие интересные объекты, либо там стартуют в таком красивом месте, как замок Бельвер, либо финишируют там, например. Поэтому этот замок я просто рекомендую не только для любителей музыки, истории, архитектуры, но и для спортсменов в том числе. А вот весь этот лес, который расположен вокруг этого замка, он используется также для хайкинга. И если вы с детками, если вы любите бродить, ходить по лесу, то, в общем, это тоже одно из тех мест, которое рекомендуется для такого лесного, горного, что ли, отдыха или прогулок. А как же выглядит этот замок? Выглядит сверху он вот таким вот круглым. Мы видим, что у нас 4 башни, которые, 3 из них, да, они включены в сам замок, да, в стены замка, а одна немножко в стороне. Значит, все башни расположены по сторонам света. И вот самая крупная башня, сейчас она внизу, да, у меня видна, которая отделена, она смотрит на север, и из нее самый лучший вид. Мы с вами прогуляемся сегодня как по внешней части замка, по стенам, так зайдем внутрь, прогуляемся по залам, да, где жили короли. К сожалению, нам не удастся заглянуть в тюремную часть, потому что тюрьма располагалась именно вот в этой северной, да, самой крупной башни. Мы сегодня к ней будем много обращаться. В нее бывают экскурсии, я, к сожалению, еще не была. Это башня почета, так называемая, потому что там, в этом замке заключались особо опасные политические, да, либо умные какие-то преступники, которые не просто убивали, да, но там чем-то провинились, а участвовали в каких-то политических мероприятиях в том числе. Вот. Но бывают экскурсии внутрь этой башни, и сохранилось огромное количество граффити внутри. Когда я попаду туда, я обязательно планирую туда попасть. Меня очень интересуют такие места особенные, так сказать. Обязательно отчитаюсь, покажу, потому что тема уличного искусства, да, тема граффити, она тоже мне крайне интересна. Вот. Дальше мы с вами прогуляемся внутри, да, самого замка, и я обращу внимание на те мероприятия, которые стоит посетить. Но мы сегодня будем с вами гулять, так сказать, по кругу. Кто же построил этот замок? Задумал его Хайме I. На Майорке очень важными являются 3 короля Хайме. Вот сейчас я показываю Хайме I, который отвоевал у мавров, да, у арабов остров Майорку. И первое, что он сделал, он, когда отвоевал, да, он поселился и завоевал, так сказать, да, тот дворец Аль-Мудайна,
который принадлежал арабским правителям. Он, вот этот вот дворец, сейчас я его показываю, мы по нему гуляли в предыдущих эфирах, смотрите, все сохранено в HGTV, да, дворец Аль-Мудайна. И когда уже Хайме I, да, осел на острове, то он первым делом начал строить собор, собор Ла-Сеу, да, или кафедральный собор Пальмы, потому что именно его он пообещал построить, когда он захватит остров и отвоюет его от мавров. А когда уже было решено все с перестройкой, да, и с, под, да, под себя, под него, дворца Аль-Мудайна, и решено было уже со строительством кафедрального собора Ла-Сеу, тогда уже Хайме I задумался о том, что ему нужно построить некий памятник самому себе, потому что два предыдущие сооружения, да, архитектурные, они были перестроены после арабов и после мавров. Дворец Аль-Мудайна, да, он до сих пор содержит в себе основная его часть — это арабский дворец, а собор был построен на основе мечети, и от него осталось только, от нее осталась только колокольня, остальное было перестроено. А в свою очередь замок Бельвер, да, замок с прекрасным видом, он был построен с нуля и задуман, да, Хайме I. Но, к сожалению, ему не удалось дожить до момента, когда этот замок будет полностью построен. Удалось это его сыну Хайме II. Хайме II. И таким образом Хайме II, он в основном и следил за строительством, да, за прогрессом этого замка, и использовал его полностью как частную королевскую резиденцию, резиденцию и тюрьму для особо важных преступников. Значит, Хайме II, да, ну и, соответственно, последующие короли тоже его использовали, этот замок. Мы сегодня с вами пройдем по годам, да, мы пройдем с вами от, предлагаю пройти от самого основания, да, мы с вами сейчас находимся в начале 14 века, да, замок начали строить в 1300 году, 9 лет потребовалось для его строительства, и 70 человек, да, 70 человек строили его без перерывов все это время. И вот, наконец, так, и наконец его построили, и Хайме II смог в него заехать. Крайне интересно, что если вы когда-то были в Пальме или будете в Пальме, то самые три главные здания в Пальме, они связаны между собой, и они все относятся вот к тому периоду завоевания христианами, отвоевания христианами Майорки у арабов. И все три здания — это первое — дворец Аль-Мудайна, о котором мы говорили, собор кафедральный, да, где раньше была мечеть самая крупная, замок Бельвер, и рыцарская церковь, которая тоже была построена в, или церковь тамплиеров, которая была построена на месте башни внутри городских стен, они все связаны между собой серией подземных ходов. Скорее всего, все эти ходы были еще во времена арабских времен построены, но в середине 20 века были проведены раскопки, и один из таких вот подземных ходов действительно был найден. Поэтому этот замок имеет непосредственную связь с четырьмя главными такими вот, с одной стороны, королевскими, да, архитектурными сооружениями, с другой стороны, святыми, потому что тамплиеры, да, рыцари, они крайне важны на Майорке и во всей Испании, потому что мы говорим о завоевании, отвоевании Майорки от мавров, и именно тамплиеры, да, именно рыцари помогали вот этому Хайме I в отвоевании острова в том числе. Поэтому за свои заслуги они получили
часть земель. И очень много городов, очень много церквей, очень много легенд, связанных как раз с этими тамплиерами. И если вы интересуетесь рыцарями, историями вот такими вот средневековыми, то, конечно, на Майорке вам будет что узнать, увидеть, почитать. И вот, например, вот этот вот храм, который им достался, который связан, да, подземными ходами, как замком Бельвер, так и за дворцом Альмудайна и кафедральным собором, он до сих пор стоит. Вот такой вот герб на этом здании. Вот так вот выглядят эти старые ворота, да, 14 века или даже 13-го, может быть, а то и раньше. Вокруг них настроены, да, различные здания. До сих пор сохранилась церковь, которую использовали тамплиеры, да, все это время после завоевания. Из нее, скорее всего, и идут эти ходы. И интересно, что я вот в своих прямых эфирах, да, экскурсиях часто обращаюсь к музею Майорки. И именно там, оказывается, сохранился самый старинный алтарный, вот такой вот алтарная икопись, как раз из этого собора тамплиеров, этот вот алтарь этот 13 века, и мы с вами о нем говорили, когда обсуждали выставку, модную выставку в этом соборе, и, в общем, часто мы с вами обращаемся, потому что именно этот музей хранит всю ту историю с римских времен, арабских времен, да, и так далее, времен Майорки. Оттуда мы говорили самый лучший вид на, или один из лучших видов на собор Пальмы. Ну, вот удивительно, как все пересекается. И на алтаре изображен святой Бернард, и именно святой Бернард был покровителем тех тамплиеров, которые помогали завоевать остров, да, и отвоевать его от мавров. Так, и мы с вами еще раз возвращаемся к этому замку. Обращаю ваше внимание на то, что он расположен на, как бы, в южной части острова, юго-западной части острова. Скорее всего, если вы были в Пальме или проезжали мимо, вы его видели. Он очень хорошо виден с самолета. Он виден из разных частей города, потому что все-таки стоит на возвышенности, и за ним город Рамонтана, который обеспечивает, ну, такой прекрасный вид, или задник, да, для него. Туда ходят автобусы, туда можно дойти пешком. Пешком я еще не поднималась, но это тоже приключение, обязательно о нем расскажу, когда буду в следующий раз. Зачем стоит идти в этот замок сейчас? Потому что, мне кажется, если вы любите вот такие вот средневековые истории, если вас интересует инквизиция, если вам хочется почувствовать себя принцессой или рыцарем, или вам хочется хороших фотографий, то, я думаю, идти туда нужно, потому что замок прекрасен вообще в любое время. Именно потому, что здесь вот такая вот ажурность, да, архитектурных форм, мы видим постоянная игра света и тени, он прекрасен вообще совершенно в любое время. Очень интересно почувствовать себя вот таким вот средневековым жителем, когда ты поднимаешься по винтовым лестницам, да, когда ты спускаешься, идешь по различным переходам. Когда ты выглядываешь в окна и видишь с одной стороны горы, с другой стороны из окон открывается всегда залив Пальмы с прекрасным видом, и ты видишь, как близко вообще город расположен. Есть возможность прогуляться по внутреннему дворику этого замка, и мы видим, что первый уровень, да, он выполнен в виде римских, да, римские арки, а второй уровень этого замка — это готические арки, и они отбрасывают все невероятно красивый, интересный свет, и видите, одна часть в тени, другая в свете. Ощущение, что ты всегда в какой-то сказке находишься.
Значит, замок был построен изначально, да, как мы говорим, для королей, и, соответственно, внутри с 14 века сохранилось огромное количество мебели, работ, изображений, да, королей. Очень много геральдики, да, очень много вот этой вот старинной деревянной кожаной мебели. Если вас интересует искусство, опять же, средневековья, да, то там можно увидеть и огромную коллекцию римской керамики, да, или керамики, различной керамики, которая была найдена при раскопках. Если вас интересует, как отапливались, например, да, вот такие вот средневековые дома, то здесь есть прекрасная возможность заглянуть вот в эти вот печи, в камины, в винтовые лестницы, спуститься. Вот, к сожалению, на этом камине кто-то из русских оставил надпись, да, здесь был Петя или что-то такое. В общем, было не очень приятно увидеть это. Как залезли, непонятно, но вот русский след есть и вот здесь вот. Внутри этого замка, да, вот сейчас мы с вами находимся на втором этаже, да, этого замка расположен, где раньше располагались палаты, да, королевские, сейчас расположен музей, музей, посвященный истории пальмы, и здесь можно найти совершенно любую информацию по самому городу, ну и по Майорке в том числе, потому что пальма, да, это центр всего острова. Музей был основан всего лишь в 1931 году, а до этого времени мы с вами он был в руках в какой-то степени церкви, потому что после строительства этого замка, да, он был передан многим известной, если вы были на Майорке, такой Вальдемоса, монастырь Вальдемоса, и именно монахи и настоятель монастыря в Вальдемосе присматривал, да, за этим замком Бельвер и обеспечивал порядок внутри. И когда мы с вами идем, да, по вот этим вот залам, мы с вами видим и парадные портреты королевские, да, и мебель, и самоустройство, и виды, да, и мы видим, насколько достаточно простые, да, такие вот средневековые королевские палаты, но тем не менее, да, красота и ажур внутри за счет именно игры света и тени. Хотя с внешней стороны замок смотрится абсолютно, ну, таким вот простым, да, простым мощным сооружением без различных изысков. И с внешней стороны даже не подумая, что внутри есть вот этот вот ажур, да, игра света и тени. И здесь мы с вами видим, что внутри, да, внутри вот основной части замка у нас королевские палаты, и вот здесь вот сейчас видна у нас башня, расположенная смотрящая на север, башня почета, так называемая, да, именно она была той королевской тюрьмой, которая в течение многих веков хранила в себе огромное количество историй и жизни, и мы с вами еще будем возвращаться к этой башне. Я предлагаю продолжить посмотреть внутри, да, замка, и вот здесь хорошо видны эти вот различные колонны, которые на контрасте, да, как бы играют. И крайне важно, что везде можно гулять, все можно смотреть, все можно, ну, близко подходить. Такое, в общем-то, редко в Европе, мне кажется, бывает. А здесь надеются на то, что все с уважением, так сказать, что ли, относятся, да, к этому наследию. Огромное количество детей, огромное количество каких-то там и школьных программ, и автобусы приезжают. В общем, это то место, где можно услышать вообще любой язык, да, потому что это одно из основных достопримечательностей. И если вы хотите прекрасные фотки, то это прям вот место для этого. Мне кажется, что оно какое-то особенное.
Хотела обратить ваше внимание на то, что это не просто внутренний двор, да? Это не просто колонны какие-то, да? А мы видим, что вот верхний этаж, как я сказала, это королевская часть, часть, где палаты располагались. На первом этаже располагались хозяйственные помещения, помещения, где хранились различные припасы, да, потому что любой замок это такое самодостаточное, да, самодостаточное помещение, да, здание, и важно было обеспечить безопасность его и ресурсы, да, чтобы были в любое время. И вот обращаю ваше внимание, что внутри этого двора стоит колодец. Вообще колодец есть внутри любого двора еще с римских времен, и под ним обычно расположена цистерна с водой. Чем отличается этот замок? Этот замок, и мы с вами будем еще гулять по крыше, он является, по его крыше, да, он является одной из самой серьезной, что ли, да, одной из самых сложных средневековых систем по сбору воды. С крыши вода собирается дождевая и по специальным системам проходит внутрь, да, и вот в этот вот колодец. И мы видим, какой колодец огромный, мы увидим, какая огромная крыша, да, то есть около 4 метров только в ширину она, да? И, соответственно, запас воды, я так понимаю, что был огромный. Колодцы есть во всех дворах, да, испанских, и вот в такой засухе, как у нас, запас воды и вот этот вот сбор дождевой воды, да, он крайне важен для жизнеобеспечения. Удивительно красивая крыша, да, этого замка, везде голубое небо открывается. Вдохновение и только. И дальше я вас приглашаю прогуляться по той самой крыше. По той самой крыше. И мы видим, да, что у нее есть наклон. Мы видим, что вся вода уходит, да, вот если вы рассмотрите, по специальным желобкам вниз, и ни одна капелька не пропадает. Вот здесь тоже видно, насколько зелено вокруг, насколько хороший вид отсюда. Из этого замка мы видим, да, как ступенчато, да, проходит эта вода. Мы видим выходы на каждую из 4 башен. Мы видим с вами горы Трамунтана на заднем фоне. И фактически из этого замка открывается, ну, может быть, не весь остров, да, но большая его часть. Видите, все достаточно просто огорожено, и упасть невозможно, но нужно быть крайне аккуратным. Посмотрите, какие башни, какая башня и какой вид. Людей обычно много, это запись сентября прошлого года. Людей много, но замок настолько большой, что места хватает абсолютно всем. И мы с вами продолжаем гулять. Смотреть на эти виды. Из Пальмы ходит автобус. Мы видим, можно, наверное, добраться и пешком, но рекомендуется все-таки на автобусе на каком-то, да, либо на такси. Но Пальма не всегда была таким большим городом, и в те времена, когда строился замок, это было вот прямо была окраина-окраина, прям вот далеко, да, потому что вот здесь даже внутри залива Пальмы, да, еще даже отсюда из замка еще не очень хорошо виден сам кафедральный собор, настолько как бы далеко, да, расположен этот замок. Ну, 3 километра, в принципе, не самое близкое расстояние. Так вот, именно это расстояние, да, именно эта дальность, она была крайне важна вот в те средневековые времена. Значит, с одной стороны, да, мы говорим о том, что это 14 век, Хайме I задумывает, да, и Хайме II, его сын, реализует этот замок. Дальше короли живут, да, в этом замке, и мы с вами передвигаемся во времена следующих веков, да, и пройдемся по ним. Значит, в 309 году, да, всего 9 лет, я сказала 7-9 лет строили замок, и в 309 году, когда Хайме закончил строительство, да, он, ну, в общем, перебрался в этот замок и там прекрасно
жил, использовал его как летнюю резиденцию. А дальше начинаются различные приключения, потому что такие замки, особенно в средневековой Испании, они использовались во время инквизиции очень сильно. Так, например, на вот этих широченных стенах этого замка, мы видим, да, наверху на крыше, крыша, да, это стены, во времена инквизиции, с 1391 года, да, то есть конца 14 века, сжигали евреев, да, сжигали тех неверных евреев, да, которые не переходили в христианство. И огромное количество историй про то, что евреев сжигали на костре, да, делали из них стейк, они как раз до сих пор часто встречаются, ну, и во всей Испании, и на Майорке в том числе. Значит, 14 век, да, у нас здесь устраивают стейки из неверных. Дальше у нас начинается инквизиция. И до сих пор на Майорке огромное количество каких-то домов, да, старинных, которые, или ферм, да, таких вот старинных, они называются possessions, они хранят истории вот тех времен инквизиции, в том числе замок Бельвер. Если вас интересует эта тема инквизиции, то здесь есть о чем посмотреть. Огромное количество различных различных предметов, да, которые использовались для пыток, и они до сих пор сохранились во многих домах. Про них пишут и книжки, их, да, печатают и в книжках, и дети могут видеть. В общем, это огромный этап такой вот испанской истории в том числе. И это мы с вами говорим о инквизиции, да, испанской, и замок Бельвер, его крыша, да, была тем местом, где эта инквизиция свирепствовала, да, и использовала это место. Значит, это у нас с вами 14 век. Дальше мы с вами продвигаемся в 16 век. И получается, что в 16 веке все произошло наоборот. Не власть имущая, да, каким-то образом пытали, да, в этом замке, а наоборот. Произошло так называемое восстание ремесленников. Эти ремесленники, кстати, или глава этих ремесленников, они из города Синео, где я сейчас нахожусь, а это самый центр острова Майорки, они пошли за своими требованиями в замок Бельвер и взяли его, объединились и взяли его и устроили там бойню. И вот это вот в 16 веке, 1521 век, восстание ремесленников очень известно. И, например, когда я провожу экскурсию в Синео, вот в моем городке, да, который когда-то был столицей королевства Майорки, то мы заходим вот в такой дом, который называется Кан Гили, он как раз из 15 века, этот дом, художнику, который является одним из крупнейших художников, который рисует велосипеды, да, и велосипедистов, его работы в коллекциях олимпийских чемпионов и крупнейших, да, спортсменов вообще Испании. Его студия, его галерея расположена как раз в доме того самого нотариуса, который подготовил весь этот, все это восстание ремесленников, да, и оно действительно известно очень сильно во всей истории Майорки, потому что только один раз ремесленники восстали, да, и смогли взять этот неприступный замок Бельвер. Вот насколько он неприступный, да, настолько, видимо, требования были сильны, да, и несогласие с теми налогами, которые были выдвинуты, ремесленники смогли взять этот неприступный замок, смогли пройти через весь этот лес, смогли преодолеть все ведьминские истории, а перед вами ведьма Хуана, или Джоана, да, которая во всех сказках, которая про нее слагаются легенды, и они смогли пройти и ее, потому что по легенде в тех пещерах, которые образовались после строительства замка, а замок строился, да, и камни брали из вот этого холма, да, на котором он стоит, а в этих пещерах, пещеры называются пещеры Ковес де Давал, живет вот такая вот
Да, вот такая вот ведьма Джоанна, которая одна из историй говорит о том, что она всех проходящих мимо травит инжиром. А инжир очень типичен на Майорке, поэтому, в общем-то, логично, да, что ведьма травит как раз инжиром, да, тех, кто ей не понравился. Но существует очень милая история, одна из легенд Майорки состоит в том, что однажды в эту пещеру к ведьме Джоанне пришел маленький мальчик, который пошел в этот лес Бельвер за хворостом. А вы видите, что на его спине горб. И вот он вошел в эту пещеру к Джоанне, увидел, что ведьмы танцуют, и присоединился к ним. Чем, в общем, очень порадовал ведьм. И благодарность, видите, он возрадовался, присоединился, и в благодарность ведьмы освободили его от этого горба, взяли его к себе. И мальчик довольный побежал домой. Но об этой истории услышал не очень хороший мальчик, которого мама отправила за хворостом и к этим ведьмам, чтобы тот тоже лишился своего горба. Но когда мальчик увидел танцы ведьм, он тоже присоединился, но начал их учить, говорить, что они делают ошибку в песне. А пели они понедельник, вторник, среда 3, а четверг, пятница, суббота 6. Ведьмы не любят воскресенье, поэтому они убрали воскресенье из своей песни. А мальчику не понравилось, почему это они убрали воскресенье. И, в общем, ведьмы взяли и передали второй горб, да, от первого хорошего мальчика этому непослушному, строптивому парню. Вот такая вот история. Очень много ведьминских историй связано вообще с каждым городом. И я, например, живу в центральной части. В каждом городе есть какая-то знаменитая ведьма, о которой слагают легенды, какой-то колодец или еще что-то, да, что связано с ведьмами. А сейчас я бы хотела вам ваше внимание обратить на заключенных в этом замке. Значит, мы будем говорить о вот этой вот башне, которая называется башня почета, отдельно стоящая башня от самого замка. Значит, она самая высокая, и именно с ней связаны все самые страшные истории. Именно в ней заключались великие люди, да, как я говорила, сохранились надписи, да, внутри этой башни тех людей, которые провели там не один год. Значит, раньше эта башня была соединена таким перекладным мостом. Сейчас же мы идем по каменному мосту, да, видимо, перестроено все это было. Между этой башней и самим замком огромный ров 4 метра. И башня эта тоже отовсюду видна, она производит прекрасное впечатление, если не знать вообще, какие страшные истории хранятся, да, за этой башней или внутри этой башни. И сейчас я бы хотела с вами поделиться историей о самом известном заключенном этого замка. Да? Его зовут Гаспар де Ховеланос. Значит, кем же был Гаспар Ховеланос? Значит, меня всегда интересуют истории, которые связаны, которые выходят за рамки Майорки, которые связаны с миром, с Россией в том числе. И это как раз тот человек, который, с одной стороны, за те 7 лет, которые он провел замка Бельвер, он описал сам замок, описал эту башню, описал весь тот быт, который он видел в этом замке, и, в общем, оставил огромное количество писем, по которым мы можем судить о том, как в 18 веке, да, как вообще происходила жизнь в этом замке. Значит, кем же он был? Это, кстати, портрет Гойи, который расположен в Прадо. Деятелем этот Гаспар, да, Ховеланос был крайне важным деятелем просвещения испанского, и он считается одним из самых важных, да, людей именно в эпоху просвещения Испании. Да? Он изучал
закон, да, был юристом и сделал стремительную карьеру от судьи в Севилье до главного судьи в Мадриде. Значит, кроме того, он писал пьесы, да, и считается одним из великих драматургов того времени. Но когда он написал свое видение земельной реформы в Испании, то, в общем, не оказалось у него поддержки, и на него начались гонения. Именно после этих тезисов, да, о земельной реформе он и попал в немилость. В немилость нового премьер-министра Испании, который, кстати, родом из Майорки, из города Алькудия. Те, кто занимается триатлоном, скорее всего, знают город Алькудия, потому что здесь проходит Iron Man известный. Именно в Алькудии. Но интересно, что именно этот Годой, да, Мануэль Годой, да, герцог Алькудии, премьер-министр Испании того времени, да, при Карлосе IV, он предложил первым делом Гаспару поехать в Россию, да, и быть послом Испании в России. Но Гаспар отказался, и ему была предложена должность быть министром юстиции Испании. Вот. Но, опять же, из-за непонимания, из-за земельной реформы, первым делом его отправили в тюрьму в город Вальдемоса, который многим знаком. А чем он известен, этот город Вальдемоса? А известен тем, что там 3 месяца прожил или зимовал Фредерик Шопен со своей возлюбленной француженкой, французской писательницей Жорж Санд. И первым делом в заключение, да, Гаспара отправили в Вальдемосу. И, как мы помним, именно монахи из Вальдемоса следили за замком Бельвер, да, после его строительства. Поэтому логично, что сначала отправили Гаспара в Вальдемосу. Вот так вот выглядит колокольня этого монастыря. Это очень известный снимок, и все, кто увлекается Шопеном, музыкой, Жорж Санд, они, скорее всего, были, да, в этом монастыре. Это тоже одно из вообще главных туристических, да, мест Майорки. Но после Вальдемоса, после монастыря, до заключения в монастыре Вальдемоса, его отправили в замок Бельвер. И вот здесь я еще раз обращаю ваше внимание на то, как выглядит этот замок. Да, мы с вами видим огромный контраст. Мы видим, с одной стороны, достаточно величественное, да, средневековье внутри. Да, мы видим королевские вот такие вот палаты, виды, солнце, зелень. И мы видим холод зимой в этой башне, да, и жару летом, опять же, в этой башне. То есть огромная разница между королевскими палатами и жизнью в королевских палатах и жизнью в этой башне, где Гаспар прожил, да, 7 лет. Он, видимо, обладал огромным здоровьем, прекрасным здоровьем, потому что прожить 7 лет в таких условиях, да, на Майорке сыро, зимой, и если, ну, без отопления, да, вот в таких помещениях находиться крайне сложно. Он вышел и прожил всего 3 года, но за эти 3 года он сделал очень много сделал для освободительной войны между Испанией и Францией, но, к сожалению, ему не удалось дожить до окончания этой войны. В общем, по таким замкам можно изучать историю вообще Испании. Следующим этапом в жизни этого замка было заключение использование тюрьмы этого замка, да, замка Бельвер, для 18 тысяч французских пленных, которые получила Испания после так называемой битвы Байлен, которая прошла в 1808 году, и это была самая крупная победа Испании над Францией. И все эти 18 тысяч французских пленных нужно было распределить по тюрьмам Испании. И Майорка приняла
ну, большую часть этих пленных. И существует даже история, что ну, неизвестно, сколько было размещено внутри, внутри самого замка, но 6 тысяч этих, этих военнопленных были отосланы на остров Кабрера. Он тоже часто появляется в моих историях, когда мы бываем на юге, на самом Испании, потому что это всего 18 километров от Майорки, и, в общем, расстояние такое, что видно этот остров. И все эти 6 тысяч пленных погибли, да, за несколько лет на острове Кабрера, да, в тюрьмах там. Следующим важным заключенным в этом замке был так называемый генерал Лейси. Его именем названы улицы как на Майорке, так и в Барселоне, Мадриде и в других городах, где он известен. Значит, он здесь был расстрелян, и опять же, это один из главных военных деятелей того времени. И, к сожалению, расстрелян был здесь, в замке Бельвер. Следующим печальным событием для замка Бельвер была гражданская война в Испании, и этот замок вновь использовался для того, чтобы более 800 республиканцев, я даже не представляю, как 800 человек можно поместить вот в этот замок внутрь, потому что каким бы он ни был большим, да, это все равно небольшое пространство для 800 человек. Но в период с 1936 года по 1938 здесь находилось более 800 республиканцев. Вот такая вот история грустная. И, соответственно, когда ты знаешь вот эти вот истории, то гулять по этому замку в разное время совершенно... Получается, что ты воспринимаешь все эти камни, всю эту красоту и игру света совершенно по-другому. Потому что ощущение, что все пропитано не только солнцем, не только теплом, но еще и... средневековой кровью, да, с кровью инквизиции, пытками сложными, да, вот такими вот судьбами. И, в общем, не все так красиво, как кажется, и замок превращается в более такое страшное, что ли, зрелище. А мы с вами говорим все это время, да, покрываем период с 14 века, да, когда замок построился, до начала 18 века. И мы видим, что вот здесь я показываю карту, что замок, еще раз, да, он окружен огромным лесом, да, лесом непроходимым в то время, ну или плохо проходимым. И дальше вот справа, да, мы видим берег, да, морской берег, и район, который называется Эль-Торено. Это сейчас здесь все заселено, буквально, да, там яблоку негде упасть, каждый метр заселен. А в те времена вообще никто не хотел жить в том районе, да, потому что тут и замок, да, где бушует инквизиция, здесь и лес непроходимый, и ведьмы какие-то. И, в общем, этот район Пальмы, он был таким далеким, таким далеким от центра, что здесь никто не хотел жить, кроме как во времена каких-то катастроф. И здесь, в общем, очень интересная история, как осваивался, да, вот этот вот район, который сейчас смотрит на замок Бельвер и является его, вот ты через него проходишь, да, через этот район, чтобы попасть в сам замок Бельвер, замок с прекрасным видом. Интересно, что в 1835 году, то есть мы говорим о начале 19 века, в Пальме случилось earthquake, землетрясение, и жители Пальмы первый раз начали осваивать земли, которые были ближе к замку Бельвер. Да? Они просто стали выходить из города и селиться, размещаться, да, временно пока в тех местах, которые не были подвержены разрушению этой вот, катастрофы. Да? Катастрофы. И это мы говорим о 1835 году. И только незадолго до этого земля рядом с замком была куплена, земля вот, да, вот этого Эль-Торено. Земля между замком и между морем была куплена одним покровителем искусства и культуры, и он начал пробовать, да, расселять людей, продавать эту землю по маленьким кусочкам, маленькими участками, и, в общем, никто не хотел туда так далеко уезжать, потому что на лошади, да, или там на повозке час езды был от Пальмы, хотя это всего 3 километра.
И мы с вами говорим о том, что ехали в этот район и к замку только если, да, тебе нужда была спрятаться, да, то ли от землетрясения, то ли следующее, да, это было следующая беда, которая настигла Пальму, которая позволила людям выехать за пределы ее и приблизиться к замку Бельвер. Чума, которая настигла город, да, и чтобы не было вот этого, не было слишком сильного заражения внутри самого города, люди стали уходить, да, разбегаться вокруг и, в общем, приблизились в своих поселениях, да, к замку Бельвер. И интересно, что потребовалось всего там несколько лет, да, уже в конце 19 века, в 1895 году, да, то есть конец 19 века, впервые эту территорию начали заселять или осваивать, да, более известные люди, которые вдруг поняли, да, что Майорка это прекрасно, что это море, что это солнце, и вот есть огромный кусок земли, который близок к Пальме, который близок вот к такому красивому зданию, да, королевскому, и в общем здесь начали строить отели, и первые два отеля, которые были построены, они как раз воспользовались и видами, да, с этого холма, и с этого холма и на этот замок, и на море. Два отеля, которые вообще считаются историческими в Пальме, да, это отель Виктория и отель Медитерания, которые со своей стороны были теми первыми отелями, привлекшими самых известных людей. Именно в этом отеле, да, или рядом был сделан, был открыт тот известный клуб Титос, куда приезжало огромное количество звезд и европейских, и из Голливуда. И вот здесь мы с вами видим Ив Сен-Лоран слева, да, дизайнер. Мы с вами видим Кирк Дуглас, например, да, здесь же в этих же отелях отдыхал и в клубе Титос. И, например, Грейс Келли, да, со своим другом. Все они сделали, ну, были теми первыми, как бы, первые, да, кто освоил эту землю вокруг замка Бельвер и действительно воспользовался теми прекрасными видами, которые открываются от него, и той, с одной стороны, близостью к Пальме, да, с другой стороны, ну, некой отстраненностью от нее. А в наши дни этот замок используется как одна из главных концертных площадок для симфонического оркестра Балеарских островов. Именно на этот концерт я пришла первый раз со своим мужем и увидела этот замок не изнутри, потому что когда концерты, да, то концерты проводятся внутри этого дворика, да, дворика замка, но внутрь в залы, да, попасть нельзя. Но опять же, это особенное чувство, когда ты находишься на территории, когда поют сверчки, да, когда светит луна и звезды, да, когда вот эта вот таинственность, когда ты поднимаешься по этому темному лесу, по этим ступеням, то в этом, конечно, огромное количество, такой антураж, да, и огромное количество эмоций. Но тогда я еще не знала все эти страшные истории, которые хранят в себя стены этого замка. В последующие разы, да, когда я была на концертах в замке Бельвер, то я уже совершенно по-другому воспринимала музыку. Очень часто играют Стравинского, например, да, а он сам по себе такой вот достаточно сильный, да, мощный, свирепый иногда. И, конечно, в стенах замка с такой историей, все это воспринимается совершенно иначе и очень сильно. И вот при свете ламп, да, особенно видны все вот эти вот конструктивные элементы замка. Мы видим этот ров огромный, мы видим основание, да, вот этой главной башни, куда скидывали, не только где отсиживались преступники, да, но еще и куда, откуда с высоты 5 метров скидывали в средневековье неугодных. Ну, какая-то особенная мистика получается, да, когда ты идешь на концерт, и вот этот вот замок,
В общем, для меня это было, конечно, новое ощущение, и с тех пор я всех своих гостей обязательно отправляю вот на концерты либо в замок Бельвер, либо в какие-то другие монастыри, потому что концерты симфонической музыки в таких вот средневековых сооружениях, они особенны, особенны по атмосфере и ни с чем не сравнимы. И вот мы с вами видим все эти переходы, все эти камни. Мы видим, как эти башни, да, выделяются на фоне неба. Опять же, съемки это прошлогодние, да, сейчас неизвестно, как это все будет, как это все повторится, в каком формате и повторится ли вообще. Хотя в этом году после пандемии концерты проходили с меньшей рассадкой, вот, но мы пока не ходим. К сожалению, трансляций концертов из этих, из этого замка нет. Хотя многие концертные залы, они, или многие даже, как многие церкви, да, как, например, кафедральный собор, они освоили современные технологии и транслируют и концерты, и там, чудеса света, например, прямо на YouTube. И подсветка, конечно, придает особое ощущение вот всем этим аркам, рельефам, статуям средневековым, статуям, которые расположены, музейным статуям, да, во внутреннем дворе. Вот здесь вот хорошо видна луна, здесь же как раз вот слева виден колодец, да, который, перед которым расположена сцена и колодец с типичной марокканской формой попадает на все фотографии. Вот так вот выглядит, да, все это удивительно красиво. Прекрасная возможность нарядиться, выгулять платье, потому что на вот этой вот внешней части замка обычно располагаются какие-то, какой-то кейтеринг, рестораны, шампанское, все очень, очень красиво одеты, и, в общем, это прекрасный выход, хотя люди совершенно в разных, в разной одежде приходят сюда. И нет такого, как у нас, да, что если это концерт, то обязательно все в вечерних платьях. То есть все совершенно по-разному. Но это возможность выйти в свет. Интересно, что концерты начинаются в 10 вечера. Почему в 10 вечера? Потому что обычно это летняя программа, летняя концертная программа. И после того, как спадает жара, уже можно наслаждаться и музыкой. Я думаю, что к 10 часам добираются в замок только любители музыки, либо ну, такие вот опытные туристы, которым крайне важно увидеть не туристические места, потому что все-таки поздновато, да, когда в 12 ночи заканчивается только концерт. И закончить я бы хотела еще раз на видео, на официальном видео замка Бельвер, чтобы показать еще раз весь масштаб, атмосферу, камни, да, которые сложены здесь с 14 века, которые видели царей, которые видели инквизицию, которые видели ведьм, которые видели все то, что нас так привлекает в средневековой истории и в истории Испании в том числе. Поэтому рекомендую выбраться туда, если вы любите музыку, то на концерт, если вы не любите, если вы предпочитаете днем, то есть бесплатные дни для посещения, есть платные. Это просто незабываемое, незабываемое впечатление от Майорки. На следующей неделе мы с вами будем гулять по двум маленьким замкам, менее известным, потому что в них доступ закрыт, не как замок Бельвер. О них не пишут в путеводителях. Беру два, потому что они небольшие и очень разрушены, но мне кажется, знать о них надо, это интересно. Ну, мне интересно, и я буду рада поделиться. Вот, поэтому, если у вас есть вопросы, я включила комментарии, буду рада на них ответить. Опять же, красота. Благодарю вас. Благодарю. Есть ли какие-то вопросы? Если вопросов нет, я открыта к любым вопросам. Вы можете их оставить, если что, в комментариях каких-то. Напоминаю, что на следующей неделе у нас с вами еще два замка. И если у вас есть какие-то предложения, о чем вы хотели бы услышать в декабре, потому что я планирую сделать каждый день небольшой эфир, посвященный чему-то связанному с Рождеством.
небольшой эфир, но если вас интересуют какие-то темы, обязательно отмечайте в комментариях, обязательно пересылайте это видео тем, кому могут быть интересны замки. И буду рада ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь, следите, и буду рада быть вашим человеком на Майорке. Это только экскурсионный объект, нет резиденции, нет, никакой резиденции здесь нет. Это только музейный объект, который открыт для посещения всем желающим. Это как концертная площадка и музей Пальма де Майорка. Никакой королевской резиденции здесь нет. Количество человек 70. В моих книжках, которые у меня, 70 человек. 9 лет строили этот замок. Да. 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 10. Да, да, да. Огромное вам спасибо за время, за внимание, за открытость и интерес. Благодарю. Если вопросов больше нет, то прощаюсь с вами и посылаю солнце Майорке. Пока-пока!